Здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Сегодня я хочу поговорить о риске. Дело в том, что инвестирование на рынке ценных бумаг, оно всегда предполагает какую-то степень риска. И каждый из нас должен определить для себя, на какой риск он способен. Это первый вопрос, который вам должен задать финансовый консультант, когда вы обсуждаете стратегию инвестирования. И на фондовом рынке всегда есть риски, вы это должны понимать, я надеюсь, что вы это понимаете. Но с другой стороны, чем выше риск, тем выше доходность, это закон такой. И каждый человек должен определить для себя вот то разумное соотношение между риском и доходностью. Все великие трейдеры, которые достигли вершин, они все буквально по нескольку раз разорялись и несли огромные-огромные убытки. Не надо думать, что им всегда везло. Вот. Это не так. Они регулярно рискуют, но, как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Склонность к риску, она строго индивидуальна, с одной стороны, а с другой стороны, она проявляется во всех сторонах жизни. Я хотел рассказать о себе немножечко. Это глубоко личное. Я считаю, что я чрезмерно склонен к риску. И давайте я сейчас поясню, почему. Ну, в 90-е годы, когда я был совсем-совсем только начинал бизнес, и большие деньги свалились на меня внезапно и буквально вот единовременно. То есть я буквально из грязи в князи или там из нищеты к большим доходам перешел. Это произошло очень быстро. Вот. И первое, что мы купили, это мы решили приодеться сначала и поехали. Тогда были такие обалденно красивые пиджаки. Мой напарник купил малиновый, вот, я купил светло-коричневый. Ну, это вот те самые пиджаки, по которым новых русских определяли. Вот, это было у меня. И второе, что мы сделали, значит, что мы хотим, в первую очередь, приодеться, а во-вторых, купить машину. Ну, а в-третьих, уехать за границу. Вот, путешествовать. Я решил вот последние два варианта совместить. И тогда машины гоняли. У меня еще практически не было машины. У меня была мечта купить машину. И первая моя машина была Ford Escort, на которой я на второй день решил поехать домой. Я родом из сельской местности. Ну, повыделываться перед родителями, что я вот он такой заработал на машину, весь такой крутой. Вот. Но машина, к сожалению, в целостности не смогла доехать до дома. У нее двигатель взорвался, и поршень вылетел наружу. То есть у меня практически не было опыта вождения. Но я решил, что я куплю машину. И тогда машины гоняли из-за границы, самые хорошие. Реэкспорт был, «Жигулей». Вот, и поэтому я решил, что мы тоже, так сказать, все гоняют машины из-за границы, значит, это выгодно, значит, мы поедем за границу, купим дешево там машину и пригоним. Заодно мы побываем за границей. Машины гоняли в то время из Голландии в основном почему-то, ну, я про это слышал. Вот, и поэтому я пошел, там была какая-то контора, которая оформляла визы, тогда еще не было Шенгена. И я пошел и говорю, мне нужна виза в Голландию. Вот. И к тому времени у напарника уже была машина, он ездил, это был как раз Opel Jetta маркованного цвета такого. Вот, он на ней ездил, у него хоть какой-то опыт вождения был. У меня опыта вождения, в общем-то, практически не было. Но мы решили поехать вот из Голландии пригнать машину. Что произошло дальше? Ну, дальше, через некоторое время звонит нам эта компания. И говорит, знаете, в Голландию визу мы не сможем оформить в ближайшее время. Это Голландия маленькая страна. Вот, там ничего не намечается, никаких
конкурсов хорового пения. Помните, брат 2, да? Вот. Но можем оформить визу во Францию. Говорит, будете брать, потому что какая вам разница, куда ехать? Во Францию или в Голландию? Потом-то вы на обратном пути через Голландию проедете. Вот. Я говорю, ну, во Францию так во Францию. Значит, и они говорят, хорошо, приходите. Значит, там через 3 дня будет вам виза. Выезд в течение 10 дней. Вот таким образом первый раз я попал в Париж. Мы с напарником. Вот. И... ну, понимаете, да, там, когда визу шлепают, в то время была виза действительно в течение там 10 дней, поэтому, а самолет летал раз в неделю, поэтому мы должны были купить билет на самолет до Парижа, как раз в этот день мы его купили, то есть там вариантов не было никаких, на изучение французского языка у меня было там всего один день, я сбегал в библиотеку, переписал сам, ну, все цифры. Здравствуйте, спасибо, до свидания. Все знают на французском языке. Вот. И с такими знаниями, больше ничего не знаю о Париже, мы полетели в Париж. Это тоже говорит о том, о склонности к риску. То есть, вот этот вот дух авантюризма, он у меня, вы понимаете, присутствует. То есть, вот так взять и полететь в Париж, когда мы прилетели в Париж, я говорю, ну слушай, ну вот мы прилетели, да, аэропорт Орли, или Шарль де Голь все-таки, вот, я такой, ну хорошо, что дальше, вот мы прилетели, вот мы на французской земле, дальше нам надо в Париж, я говорю, ну, давай, здесь еще в аэропорту наверняка все говорят по-английски, поэтому давай спросим, как проехать в Париж у кого-нибудь. Ну, подошли к какой-то девушке, там, за какой-то стойкой. Спросили, как проехать в Париж. Она сказала, 11-е ворота, выйдите там, сядьте на автобус. Вот, мы вышли в 11-е ворота. И там никого нет, абсолютно пусто. Ну, буквально через минуту, абсолютно бесшумно подъезжает красавец-автобус. Останавливается перед нами, опускается подножка. И... все, типа, садитесь. Я говорю, это в Париж? Он говорит, ну, не совсем Париж, там, Le train du Paris. Вот, ну, короче говоря, на поезд в Париж, я так понял. Я спросил, сколько стоит, он сказал, что либо. Вот. Я понял, что это бесплатно. И, соответственно, поехали мы. Он привез нас на какую-то станцию, сказал, что вот здесь поезд, там берете билет. Мы пошли, взяли билет. У меня кассирша спрашивала, вам куда билет? Я говорю, в Париж. Она говорит, куда в Париж? Там, оказывается, по зонам. Вот. Я сказал, ну, в Париж, в центр, куда-то. О Париже я ничего не знал. Понимаете? Так вот, если что. Вот. В центр, говорю я. Ну, она говорит, а, ладно, вот берите вот этот билет и идите нафиг. Вот, мы взяли билет. Он был, ну, по нашим меркам очень дорого. По меркам... России. Вот. Мы сели в поезд и поехали. Мы смотрим в окно. Там поля красивые, все ухоженное, все чистенькое. Вдоль дорог там, ну, вдоль полей где-то машины ездят. Идеально ровные дороги, идеально чистые машины. Вот. Ну, потом какой-то туннель сначала, потом один, потом другой, потом третий, потом еще длиннее. Ну, а потом, значит... мы просто продолжали ехать в туннеле и какие-то станции. Стало появляться много людей в поезде. Потом стало людей очень много. А я смотрю какие-то названия, не пойми какие. Короче говоря, рядом со мной сел огромный-огромный негр такой, здоровенный. А у нас-то в то время тогда еще бандиты были. Кругом. У меня в кармане там 10 тысяч долларов наличными. Вот. Страшно. Немножечко. Ну, по нашим меркам страшно. Вот. Ну, все-таки думаю, что делать. Я думаю, ну, раз негр, наверное, он говорит по-английски. Я к нему поворачиваюсь и говорю, а скажите, пожалуйста, а как поехать в Париж? Ну, на английском. Вот. Он говорит, так вы уже в Париже.
вам куда надо? Я говорю, нам надо в центр. Он говорит, вы уже в центре. Ну, я догадывался на самом деле. Вам куда надо? Я говорю, я пока не знаю. Вот, ну, я стал смотреть. Там был какой-то Сен-Мишель бульвар, который мне ни о чем не говорил. Ну, а следующая станция, которая была, это... Или не Сен-Мишель. Ну, короче говоря, какое-то знакомое название. Что-то у меня всплыло в голове, когда название Нотр-Дам-де-Пари. Мы проехали станцию. Я думаю, что-то мне это напоминает. Вот. Я говорю, Кость, давай на следующий выйдем. Вот. Ну вот следующий как раз был. Или через одну, там где-то бульвар Сен-Мишель. И мы вышли там. И первое, что мы сделали, это купили карту Парижа в ближайшем киоске. Самую подробную. Расстелили ее. Подозвали какого-то француза, который гулял в парке. И я ему задал вопрос на французском языке. Уэля Иси. Где это? Здесь. Вот. Он ткнул мне пальцем. Мы поняли, что мы действительно в самом-самом центре Парижа. Вот. И Костя говорит, ну хорошо, мы в Париже. Что делать дальше? Я говорю, дальше искать отель. Вот. Я просто посмотрел вокруг. То есть мы вышли на ближайшую улицу. И просто огляделись. Ну, естественно, мы увидели вывеску «Отель», пошли туда. Отель нам показался слишком шикарным и красивым. Я говорю, давай еще другой. Да, и когда мы спросили, что-то у нас неожиданно дорого нам показалось. Почему-то в центре Парижа отель. Вот. Потом мы зашли в другой отель, тоже показалось дорого. Потом мы зашли в третий, он был значительно дешевле. Ну и мы решили, ну раз у них все отели стоят так, то стало быть, наверное, так оно и есть. И мы поселились в третьем отеле, который мы нашли. Я, как сейчас помню, его название. Мы потом в нем еще раз останавливались. Этот отель назывался Сан-Северин. Почему Сан-Северин? Потому что он находился на улице Сан-Северин, и там была маленькая церквушка Сан-Северин, и вокруг этой церквушки был как раз тот парк, в котором мы спрашивали француза. Ну, кто знает, что такое улица Сан-Северин, тот поймет. Это типа нашего Арбата. Вот, ну, она очень маленькая, уютненькая, она не проезжая, там сплошные ресторанчики. Вот. Что мы сделали дальше? Когда мы поселились, мы, ну, ополоснулись и решили пойти в ближайшее кафе, выпить чашечку кофе, сказал я, и почитать газеты. Вот, мы зашли в кафе, заказали чашечку кофе, там была стойка с газетами, которые можно было взять абсолютно бесплатно и почитать. Я взял газету, самую толстую, нашел страницу Classifieds, мелкие объявления, и говорю, Кость, ну, сейчас будем смотреть объявления. Лада, она всегда Лада, то есть там модели автомобилей. Мы нашли немедленно Ладу, нашли, что салон продает Лады, и говорю, нам надо туда. Это было на улице. Ну, мы просто записали название улицы. Расстелили тут же карту, нашли ее. Улица тоже с интересным названием. Александра Дюма. Вот, метро. Да и улица Дюма, по-моему. Вот, и там, короче говоря, мы купили машину. Это была четверка. Костя хотел Жигули четвертой модели. УАЗ-2147. Вот. Ну, понимаете, да? То есть опыта вождения у меня никакого, у Кости примерно, ну, не намного больше. Вот. И мы впервые за руль садимся в Париже. Я с картой. Потому что я хоть что-то понимаю. Вот. В
карте и куда ехать. Ну, а Костя за рулем, потому что у него хоть какой-то опыт есть. Вот такие мы друзья. И путь наш лежал все-таки в Голландию, потому что машину-то мы собирались изначально брать в Голландии, в Роттердаме. Мы решили, что мы поедем в Роттердам, купим там уже машину для меня, и уже на двух машинах мы поедем. Вот. Ну, что по поводу риска. Мы очень долго пытались выехать из Парижа, потому что я постоянно путался, и мне было страшно, что мы опять окажемся в этом кошмарном Париже. Вот. В конце концов я сказал, давай ехать прямо. Но мы все равно через какое-то время попали в Париж. Вот. Потом я сказал, давай едь вот так, никуда не сворачивай, по самым большим дорогам они наверняка нас выведут из Парижа. И через какое-то время пошли поля. Я наконец понял, что мы, скорее всего, вырвались из Парижа. Теперь оставалось понять, куда мы едем. Ну, мы ехали в сторону Орлеана. Вот. Ну, это отнюдь не в сторону Роттердама, в противоположную. Но, тем не менее, я сказал, по провинциальным дорогам мы уж как-то выберемся. Вот. Ну, что я могу сказать? До Роттердама мы добрались таки. Вот. В Роттердаме мы нашли какую-то свалку, на которой торговали подержанными автомобилями. Вот. И те автомобили, которые нам показывали, нам не понравились. Мы сказали, что нам это не нравится, мы уходим. Вот, ну, хозяин. И мы, так медленно-медленно уходим. И оглядываемся. Вот, дальше хозяин нас окрикивает, подбегает, говорит, ну, я вижу, что вам не понравилась ни одна из этих машин. Давайте я вам покажу другой склад, там, может быть, вы что-то подберете. На другом складе было намного больше интересных машин. Тут же я выбрал машину, девятку. И вот, короче говоря, вождению на автомобиле я начал учиться в Роттердаме за собственной машиной. То есть, фактически, я сначала здесь ездил по городу с инструктором, весь мой опыт. Потом я еще 200 километров проехал на своей машине, пока она не взорвалась, двигатель. Вот весь мой опыт. После этого я сел за машину в Роттердаме. И я решил, что если я вдруг доеду живым до России, то я уже буду вполне хорошо водить машину в любых условиях. В общем-то, что и случилось. То есть, ну, до России ехать от Роттердама, вы понимаете, двое суток, как минимум два дня. Вот. И мы это сделали. Так и случилось, в общем-то, когда мы проехали Смоленск, нас остановил какой-то гаишник на въезде в Калужскую область. Говорит, откуда вы такие с такими номерами? Мы говорим, из Парижа. Он такой, что? Вот по этой дороге можно уехать в Париж? Да, можно. Вот, ну, мы уже были шальные, так сказать, там. О чем я хотел сказать? О том, что вот я такой, что инвестору должен быть присущ какой-то вот склонность к риску и авантюризму. И вы понимаете, что у меня эта склонность зашкаливает вот из такого примера. То есть полететь неизвестно куда в Париж, ничего не зная абсолютно о Париже, купить машину, не умея на ней ездить и учиться на ошибках возможных, преодолевать трудности. Это было очень интенсивное обучение. Эта поездка была незабываемой, но все получилось. И, ну, мы молодые были, красавцы. Вот. И жизнь в России тогда была такая, что каждый день мы рисковали жизнью, потому что
Деньги тогда были только наличные, а мы уже их зарабатывали. И, друзья мои, тогда в то время убивали. Это было страшное время. Мы это пережили, но эти уроки, они дали о себе знать, конечно, и мы рисковали. Мы рисковали, мы теряли. Мы теряли много. Я терял впоследствии. Я потерял квартиру в Испании. Мне ее отобрали. У меня отобрали квартиру здесь. Мои же. Ну, как бы, соучредители. Ну, тот же самый Костя, грубо говоря, с которым мы ездили в Париж. Вот, то есть, все это надо пережить для того, чтобы заработать. И когда я рассказываю о курсе «Биржа для чайников», я рассказываю больше о том, где можно потерять, куда не надо, что не надо делать. Потому что, ну, сейчас склонность к риску у людей совсем другая, не такая, как раньше. Не совсем уже бесшабашные люди. Вот. Очень многие спрашивают, а как же так? Я там потерял там 0.5% или там акция упала там, на, там, на 1%. А ты говорил, что она должна вырасти. Ну, есть такая вероятность. Но если вы не склонны к риску, если вы не готовы к просадке своего депозита, там, скажем, на даже 5%, то, в общем, наверное, вам лучше держать деньги в Сбербанке без процентов. А если вы хотите зарабатывать, скажем, процентов 20-30, то вы должны быть готовы к тому, что будут просадки. Вот. И просто подумайте о том, как часто по жизни вы рискуете. Потому что рискуем-то мы всегда. Даже когда мы выходим на улицу, мы рискуем, что там на нас упадет сосулька, что нас собьет там какой-то пьяный водитель. Мы всегда рискуем. Вот оцените по жизни, насколько сильно вы рискуете. Сравните. Я не призываю вас ехать в Париж, абсолютно ничего не зная. Хотя это круто и здорово, на самом деле. Ничего страшного в этом нет. Вот, но просто оцените, насколько вы склонны к риску, и тогда просто вот составляйте свой инвестиционный портфель. Если склонность к риску у вас минимальная, вы хотите работать и получать постоянную зарплату в какой-то пыльной конторе, а потом получить свою законную гарантированную пенсию в 10 тысяч рублей, пожалуйста, это ваш выбор. Если вы готовы рисковать на фондовом рынке, то, соответственно, вы уже занимаетесь каким-то бизнесом, и вы готовы к риску. Любой бизнесмен готов к риску. Я надеюсь, что я пояснил немножечко, и вы поняли, какой риск я несу. Спасибо за внимание.